Илюхин Дмитрий, Газпром Центр Энергогаз. Матч напряженный. В целом считаю, что у нас было больше моментов, чем у соперника. Тем обиднее было бы проиграть. Хорошо, что включили морально-волевые качества и вырвали все-таки ничью. К сожалению, по турнирному раскладу она нас не особо устраивает. Но то, что есть, то есть. Спасибо ребятам, которые нам помогли в этой игре, потому что сегодня кадровый ресурс совсем был бедный, к сожалению. Поэтому, в принципе, очко удовлетворительный результат, скажем так.